Салем Достар, Салем Жастар, с вами ваша Сара Бас. И извините, что меня давно нету на Ютубе, то, что я пропадаю и не выкладываю реакцию, у меня учеба, я загружена, у меня тут, не знаю, кусачи, не кусачи, короче, в общем, все очень сложно. Поэтому, ребят, ждите, реакции будут по мере их поступления на мой канал, так скажем. Сейчас, как вы видите, это реакция на группу Ньютон. Не знаю, не буду читать название, знаю, что неправильно прочту. Я даже и не думала, кстати, как оно переводится, даже не задумывалась, поэтому я без понятия. Если вы знаете, а вы стопудово знаете, мне в комментарии, пожалуйста, об этом напишите. Вот, что еще хотела, что-то еще хотела сказать, но, в общем, это, мне кажется, не так важно. Что хотела, называется, забыла, и понятно. Начнем смотреть, надеюсь, вам понравится, и вы оцените мою реакцию, как на самом деле всегда это делаете. Давайте начнем, и раз, два, три, поехали. Олжас Ибраев. Кстати, знакомое имя. Ва. Ужас. Они какие-то страшные, если честно. Я прям этот... Офигеть. Әлі күнге байқамай, ниетімді ол қалай, жанындамын, ұнатамын. Көзімді алмай, жүрегінді жауламай, тынымды таба алмай. Жақындашы, жалынамын, маған қара. Ерекше күйге, боламан ие, егер сен алсын қолшақтай. Бәрінен сирек, мен өзім бөлек, өзгеге мүлде ұқсамайды. Сенімен қалқып, алысқа ұша, келеді қалғым оңаша. Шынында қиын, біреуге қию. Тұңғиығындасың жүректі. Әркес қиын, жанынан табалам. Сезімді қабыла. Я не понимаю, честно, клипы. Я такая просто, вау. Ғашықпын, кел қолымнан ұста. Талымбай уайымға. Мне нравится эта девушка, блин, она классная. Дерю бәрін шымылы. Смит вообще, конечно, блин, Смитушка, ты потрясающий. Жақындашы белі бу, тархат күмендарын буын. Мүмкіндік бер жылы туға жерегінді су. Арада жу, үлкердің таралып бойыма секілді. Енді шепесін тауы. Мүмкін емес сезімдерім шынайы. Қызғаныштан табарым басқалардан жарылу. Маған деген егер сезімдерім болса шегін артық ойдан дереу бәрін шимәлі. Салмаймын сені көргенде өзімді. Сені қызбарына ұмыт өзілді. Тиісіпнен бар еді тиіспін енді. Енді рөге енбеген сезімді бойына. Что они творят? Екеуміздің кәсігеніміз. Сүргін келет сәмен өмірді. Сенен басқа қыздар тастан шимала. Апжан дүнием басқаларға ұқсамайды. She's my love. Ерекше күйге боламан ие. Егер сен алсын қолшақтай. Бәрінен сирек, мен өзім бөлек. Өзгеге мүлде ұқсамын. Сенімен қалқып, алысқа ұша. Келеді қалғым оңаша. Шынында қиын, біреуге қию. Тұңғиығындасың жүректі. Әркес қиын, жанымнан табалам. Сезімді қабылал. Үсінім, ғашық. Жимала. Жимала.
Давайте теперь разбираться в сюжете этого классного клипа, ё-моё. Честно, я не поняла. Так, сначала, значит, нам показывают картинку, где стоят четыре парня. Они типа как стражи, да, вот они как статус стражи, они что-то охраняют. Как напомнило сюжет какого-то фильма, серьезно, потому что их костюмы были как с какого-то фильма, как будто бы, но это не суть важно, как бы. В общем, вот, потом тут, значит, подходят какие-то два человека, да, скажем, девушка с парнем, которые что-то ищут, какой-то глаз, зачем он им нужен, это око, зачем вообще оно надо, и вообще что это, куда, зачем, почему, короче, я ничего не знаю, я не... Какие-то, я говорю, фильмы вот такие вот прослеживаются, а так не могу сказать. В общем, вот, вы знаете, поэтому напишите в комментарии, я вас уверена. Они, значит, тут находят, ищут эту картину, ходят по этому музею или что ли это. И пока они ходят, их преследуют эти вот парни, как тени они или кто, не знаю. Короче, стражи эти их преследуют. Но зачем? Чтобы они не крали картину? Ну ладно, они находят эту картину в конце. Потом девушка пропадает и появляется в платье. И она почему такая улыбчивая, типа, все хорошо. Я может, думаю, может, они тоже что-нибудь такое сделать, типа, она инопланетянка там стала. В общем, я, короче, клип не поняла, он какой-то слишком для меня сложный, какой-то слишком запутанный, и, блин, как-то, короче, придумано все очень клево, и стоит подумать, да, немножко. Я не знаю, я вот просто сейчас сижу, думаю, блин, я не понимаю, кстати, о чем реально речь. Песня, да, песня в смысле зашла, я такая, ну, бурум-бурум-бурум. Шамала. Это как бы, да, в смысле, это круто, но... Я что-то как-то немножко этот... Я ничего-то не поняла. Нет, стопудово у режиссеров, у тех, кто снимал этот клип, у них была какая-то задумка. Но я не поняла, о чем речь. Я читаю, в смысле, комментарии, и вот люди тоже не понимают, о чем речь в клипе шла. Видимо, я не одна такая тупая, да, как бы в кавычках. Потому что, блин, это очень сложный момент. В общем, я серьезно не знаю, я не понимаю, о чем речь, и вообще... Что тут произошло? Мне кажется, наверное, через какое-то время сама группа или даже фанаты, которые прям реально фанаты этой группы, Powers, да, они скажут, о чем речь в клипе шла, они поймут, и мы сами тоже поймем это с вами. Поэтому, надеюсь, это скоро будет, потому что я сейчас реально сижу, и я не догоняю, что происходило в клипе, что они пытались показать, потому что вроде бы девушку украли, а тут бац, она уже и нормальная стала. Ну, не знаю, вот обычно как, ты слушаешь, смотришь клипы и слушаешь песню, тут как бы у тебя вроде вырисовывается какая-то сюжетная линия, а тут я, получается, ни черта не понимаю как бы по произношению, там пару слов, да, только, и тут я как бы в клип смотрю. Мне кажется, те же самые фанаты и те же, кто на Гаку смотрел этот клип, они тоже слушали песню и смотрели клип и не понимали, что происходит. Поэтому я реально не одна такая. Ну, что могу сказать, режиссерская задумка снята, и сами мальчики, они, кстати, очень сильно изменились со дня дебюта, я за ними следила. Они очень так молодцы. От них вроде бы ушел парнишка один, да? Хан. Такой светленький, такой прям брутальный мальчик, который прям... такой горяченький, да? Вы поняли, о ком я. Он вроде от них ушел, но как бы группа при этом не испортилась. И рэп зачитан как бы просто шедевриально и классно. Смит, ну он растет, реально. Парнишка растет. От какого-то блогера он стал певцом, рэпером, артистом. И вот сейчас он как бы айдол, так скажем. Поэтому, на самом деле, это очень клево. Я пытаюсь сейчас просто посмотреть какие-то моменты, чтобы хотя бы что-то понять, но серьезно, вот я не понимаю. Я говорю, эти парни их преследовали весь клип, и в конце девушка... Почему девушка пропала и куда она пропала? Сам этот момент мне вот это просто интересует, и потом она такая вся живенькая, красивенькая, в платьишке возвращается обратно. И картину, которую они искали, они потом просто взяли и выкинули на пол. Ну, вроде она как бы денег она стоит, да? Ну, я имею в виду по клипу. Они же не зря ее искали. В общем, какой-то немножко непонятный сюжет, стоит задуматься. Мне кажется, я, наверное, сегодня весь день такая буду сидеть. Господи, что так с клипом? Какая картина? Что случилось? Почему так? Что вообще происходит? И реально, я буду сидеть, наверное, весь день сегодня и вот на парах и думать, что что-то тут как-то задумка какая-то непонятная и для меня, и для всех, в принципе, людей. Поэтому, может быть, вообще это все как-то было выдумано, это у них в параллельный мир попали, там все хорошо у них. Я, честно, не знаю, я даже не хочу задумываться сейчас об этом.
Просто я знаю, что вы, ребята, мне напишите об этом в комментарии. Я как-то слишком много разговариваю, не думайте. И мне, кстати, пришло сообщение, ну да ладно. В общем, вот, я очень рада, что ребята выпустили все-таки клип, что у них дошли до этого руки, дошло время, они смогли взорваться, да, ну, я не знаю, как это по-другому объяснить, но вы меня, наверное, поняли. Смогли выстрелить, так скажем, вот, правильно, смогли выстрелить и делают лучше, чем было до этого. Сразу могу сказать, что Ньютон и все остальные группы, они для меня как второе поколение, потому что первым поколением является 91, и с этим даже спорить не надо, потому что все-таки короли именно казахского попа, ну, в смысле, там направление, это все-таки 91, а уже кто идет после, это уже как вторая линия, второе направление такое, скажем. Они чуть помладше. Поэтому, ну, в скором времени все изменится, и поэтому надеюсь, что все будет очень хорошо, и я просто опять буду наслаждаться мальчиками и красавчиками, и всем. Если вам реакция понравилась, я очень знаю, что я люблю очень много болтать. Да, ну что поделать, это я. Вы ко мне должны были уже привыкнуть за 2 года моих вещаний вам. Поэтому надеюсь, что в скором времени я, наверное, все-таки смогу попасть в Казахстан, пока я коплю деньги на это. Поэтому будем ждать. Я стопудово скоро приеду. Не знаю, когда, может быть, на следующем году, как накоплю побольше денежек. Поэтому ждите меня. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что посмотрели. Вас сильно всех обнимаю. Сау!